Плюс в том, что... Да. Начали матч команды «Русал» и «Комус». «Русал» до начала сегодняшнего тура находился на первой строчке в первом дивизионе. После 8 матчей имел 19 очков в своем активе. Команде «Гаранта Энерго» удалось «Русал» обогнать. Но у «Гаранта» на 3 матча больше, чем у «Русал». Поэтому «Русал» должен сейчас побороться за то, чтобы... чемпионскую позицию себе вернуть. У «Комуса» после 8 матчей 17 набранных баллов. Это означает, что в случае победы «Комус» обгоняет «Русал», обгоняет на 1 очко и дальше будет стремиться к тому, чтобы на первой строчке закрепиться. Но мы помним, что есть еще и РСВО, которые смогут тоже «Комус» догнать, и «Газпром Интернешнл», который, ну, наверное, к настоящему моменту имеет лучшие шансы, чтобы после сегодняшнего тура на первую строчку выйти. Так что все очень запутанно и в первом, и во втором дивизионе. И, видимо, до самого последнего матча будет идти борьба за медали всех достоинств. «Комусу» получился отбор рядом с чужой штрафной. Вратарь на выходе исправил ошибку защитников. Отбор за «Русал». Чекунов спасает свою команду, и защитник с ленточки выносит мяч. Скоростной прорыв седьмого номера «Комуса». «Русал» не торопится. Позиционную атаку пытается сообразить. Тут Чекунов. Снова отыгрывает назад «Русал». Очень размеренная, неспешная игра. Нарушение правил. Первый фол «Комуса». Рэп.
Комусу вновь придется на вынос играть. Шесть минут в матч сыграно, и до сих пор не было каких-то по-настоящему опасных моментов. Все больше становится индивидуальных единоборств, будет достаточно агрессивной борьбы за мяч, но только одно нарушение мы видели. В остальном чисто действуют футболисты. Довольно грубое нарушение. За такое можно и желтую получить. Пришвили на подборе. Снова назад отыгрывает Русал. Перешвили, одного оставили. Фол Комуса. Хорошая передача на Мапиришвили. Можно делать пас в центр. Упущен момент был. 25 секунд до перерыва.
Перекладина спасает ворота «Русал». У нас перерыв при счете 0-0. Второй тайм. Начали «Русал» и «Кумус». Начали при счете 0-0. Здесь не угловой, здесь аут нужно вводить. Чекунов далеко мяч не стал бросать. Нарушение правил от «Русал». А вот «Русала». Удар, и рядом со штангой мяч просвистел. Чуть точнее бы. В таком матче, вернее, моментов уже может не быть. Нарушение «Кумуса». Чекунов дотягивается. Снова сейв Чекунова. Очередное нарушение от «Русал», ну на этот раз не обойдется без желтой карточки. Одна из немногих за сегодняшний тур. Первый.
Борьба за мяч, и назад отыгрывает Комус. Снова пас назад. Пять минут до конца. Ошибается Комус. На этот раз нарушение Комуса. Шестой номер удивлен таким поворотом. Но решение уже принято. Четвертое нарушение Комуса. И снова близко к голу, но не гол. Аут вводит Русал. Опять игра на вынос. По количеству нарушений... нет, не нарушение правил, просто мяч ушел за линию. Дорс на скач, Чекунов на месте. Слишком долго мяч в игру вводили. Пятнадцать минут без забитых мячей, но, может быть, на последней чистой минуте команды смогут изменить цифры на табло. Хотя ничья, конечно, была бы совершенно справедливым итогом. Счетом, что называется, по игре. Никто.
никто не набегал, не открывался под удар. 35 секунд. Тайм-аут. Так, 29 секунд нужно доиграть. Мяч вернулся к Комусу. Удар. Но по центру мяч летел. Еще один удар угловой теперь. Шесть секунд. Мяч упущен. Ну что, 3 секунды. Только ввести мяч и пробить. Или сразу загружать мяч в ворота в надежде на то, что кто-то их коснется. Ну что ж, боевая ничья. Хотя цифры 0-0.